Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Сегодня, друзья, мы обсудим одно из самых интересных и загадочных предсказаний 20 века. Последнее предсказание великой болгарской провидицы Ванги. Ее слова и пророчества до сих пор вызывают споры и обсуждения, особенно когда речь идет о будущем России. Ванга, чьи предсказания неоднократно сбывались, оставила нам важное послание о судьбе нашей страны. Что же ждет России в ближайшем будущем? Какие изменения нас ожидают? Давайте разбираться вместе. Одной из самых интригующих особенностей предсказаний Ванги является их многозначность и символизм. Истинные толкователи предсказаний Ванги уверены, что многие ее пророчества до сих пор остаются неразгаданными и могут быть интерпретированы по-разному в зависимости от контекста и времени. Эти толкователи часто подчеркивают, что пророчество Ванги нужно понимать не буквально, а символически, учитывая ее уникальный способ ведения и передачи информации. Ванга неоднократно говорила о России, уделяя этой стране наибольшее внимание. Ее пророчества касались не только судьбы самой России, но и ее роли в мировых событиях. Для Ванги Россия была не просто страной, а ключевым игроком на мировой арене, от которой зависит будущее многих народов и государств. Она верила, что Россия играет центральную роль в глобальных переменах и является носителем духовного и культурного наследия, которое должно быть сохранено и приумножено. Одним из самых запоминающихся жестов Ванги, когда она говорила о России, был ее стук по столу. Этот жест она использовала для акцентирования внимания на своих словах и предсказаниях. Ванга утверждала, что Россия снова спасет мир и станет оплотом духовности и силы в трудные времена. Ее слова «Нас опять спасет Россия» стали символом веры в мощь и потенциал России. Стуком по столу Ванга подчеркивала важность своих слов. Она хотела донести до слушателей неоспоримую истину. Она говорила, что Россия переживет многие испытания, но в итоге выйдет из них сильнее и мудрее. Для нее Россия была страной с особым предназначением, которое заключается в духовном лидерстве и сохранении мирового баланса. Ванга также делала предсказания, касающиеся будущего других крупных держав, таких как США и Евросоюз. Она предвидела возможные катастрофические изменения, которые могут произойти в этих регионах. Ванга говорила о том, что США могут исчезнуть с мировой арены, что вызвало большой резонанс и множество споров среди ее последователей и критиков. Согласно предсказаниям Ванги, США могут столкнуться с такими серьезными проблемами, что их влияние в мире существенно снизится или даже исчезнет полностью. Она говорила о внутренних конфликтах, экономических кризисах и природных катастрофах, которые могут обрушиться на эту страну. Эти предсказания вызывают опасения и интерес, так как будущее США остается неопределенным, а слова Ванги добавляют к этому мистическую глубину. Предсказания Ванги о Евросоюзе также носят тревожный характер. Она предсказывала, что Евросоюз не сможет удержаться в своем нынешнем виде и распадется под воздействием внутренних и внешних факторов. Ванга видела будущее, в котором европейские страны будут вынуждены искать новые пути развития и сотрудничества. Она предсказывала политическую нестабильность, экономические кризисы и социальные беспорядки, которые приведут к значительным изменениям на политической карте Европы. Развал Евросоюза был одной из наиболее ярких и обсуждаемых тем в предсказаниях Ванги. Она утверждала, что этот союз не выдержит испытаний времени и будет разрушен изнутри. По ее мнению, страны-члены Евросоюза столкнутся с такими проблемами, как экономические неурядицы, политические конфликты, миграционные кризисы, что в конечном итоге приведет к распаду Союза.
Судьба европейских стран в случае развала Евросоюза, по предсказаниям Ванги, будет разной. Некоторые из них смогут адаптироваться к новым условиям и найти свой путь, другие же столкнутся с серьезными трудностями. Ванга говорила о том, что единственным способом для Европы сохранить свою стабильность и процветание будет объединение вокруг России. Это заявление вызвало много споров, но оно также отражает ее веру в особую роль России на мировой арене. По мнению Ванги, Россия должна стать центром нового мирового порядка, который будет основан на духовных и культурных ценностях. Она видела Россию как страну, способную объединить вокруг себя другие государства и создать новый альянс, который принесет мир и стабильность. Ее пророчества о будущем России полны оптимизма и веры в ее потенциал. Одной из ключевых особенностей предсказаний Ванги были ее точные и детализированные пророчества о судьбах советских политиков. Она не раз предупреждала о скорой смерти некоторых из них, а также о неожиданном взлете к власти других. Одним из самых известных примеров является ее предсказание о судьбе Юрия Андропова, который возглавил СССР после смерти Леонида Брежнева. Ванга предсказала, что Андропов станет лидером Советского Союза, но его правление будет недолгим. Ее слова сбылись. Андропов пришел в власти в 1982 году, но умер уже в 1984 году, пробыв на посту генерального секретаря ЦК КПСС менее 2 лет. Еще одно значимое предсказание касалось и Михаила Горбачева. Ванга говорила о появлении нового лидера, который принесет большие перемены в страну и мир. Она упоминала о кардинальных реформах и изменениях, которые приведут к распаду СССР. Пророчества Ванги о Горбачеве и его роли в истории Советского Союза также оказалось точным. Его политика перестройки и гласности действительно изменила страну и мир, приведя к концу Холодной войны и распаду СССР. Ванга не только предсказывала судьбы политиков, но и давала им важные предупреждения. Одним из таких случаев было ее предостережение Борису Ельцину о пагубных последствиях его пристрастия к алкоголю. Ванга предсказывала, что Ельцин станет президентом России, но его правление будет омрачено личными проблемами, в частности алкоголизмом. Она предупреждала, что чрезмерное употребление алкоголя разрушит его здоровье и негативно скажется на его лидерских качествах. Ее слова подтвердились, несмотря на значительные достижения и реформы. Период правления Ельцина сопровождался многочисленными скандалами, связанными с его алкогольной зависимостью, что в конечном итоге привело к ухудшению его здоровья и политической карьеры. Ванга также делала предсказания и о многих других советских политиках. Она говорила о скорой смерти Юрия Чурбанова, зятя Брежнева, который был арестован и приговорен к тюремному заключению. И ее пророчество о его смерти в заключении тоже оказалось точным. В случае с Виктором Черномырдиным, бывшим премьер-министром России, Ванга предсказывала его политический взлет и влияние. Она говорила о его способности решать сложные экономические вопросы и предостерегала его от лишнего давления со стороны политических оппонентов. Черномырдин действительно сыграл важную роль в российской политике и экономике в 90-х годах. Предсказания Ванги о судьбах советских политиков были не только точными, но и весьма значимыми. Они помогали людям лучше понимать будущее страны и ее лидеров. Ванга не просто предсказывала события, она старалась донести до людей важные уроки и предостережения, которые могли бы помочь избежать ошибок и трудностей. Многие политики прислушивались к словам Ванги и старались учитывать ее предсказания в своих решениях. Ее пророчества влияли на политические стратегии и планы, помогая избежать некоторых проблем и ошибок. Ванга была для них не только пророком, но и своеобразным советником, чьи слова имели вес и значение. После смерти Ванги ее наследие продолжает оставаться предметом глубоких исследований и попыток расшифровки. Одним из наиболее значимых открытий стала найденная кассета с ее последними предсказаниями. Эти записи оказались в плохом состоянии, что сделало их расшифровку особенно сложной задачей.
Работа по восстановлению последнего предсказания Ванги потребовала участия лучших специалистов в области аудиотехники и лингвистики. Использовались современные технологии, такие как цифровая обработка звука, компьютерные алгоритмы для устранения помех и восстановления поврежденных участков записи. Однако даже самые передовые технологии не могли полностью устранить все препятствия, и многие фрагменты оставались неразборчивыми. Кассета с неизвестными предсказаниями Ванги была найдена случайно среди ее личных вещей после ее смерти. На этой кассете оказались записи, которые ранее не были обнародованы и не изучались исследователями. Это открытие вызвало огромный интерес среди специалистов и общественности, так как новые предсказания могли содержать важные сведения о будущем. Процесс расшифровки этих записей оказался невероятно сложным. Во-первых, кассета хранилась в неподобающих условиях, что привело к значительным повреждениям пленки. Во-вторых, некоторые предсказания Ванги были произнесены на македонском диалекте, который требовал специального знания и понимания для точного перевода и интерпретации. Технические проблемы включали шумы, искажения и повреждения магнитной пленки. Лингвистические сложности заключались в необходимости не только перевести слова Ванги, но и правильно интерпретировать их символическое и метафорическое значение. Для этого были привлечены опытные переводчики и эксперты по македонскому диалекту, которые также имели глубокое понимание культурного и исторического контекста ее слов. Специалисты работали над восстановлением записи с использованием сложных методов. Один из них был Тодор Тодоров. Часто помогал Ванге во время ее приемов и был знаком с ее стилем речи и особенностями предсказаний. Он и сыграл ключевую роль в попытках расшифровать ее последние слова. Несмотря на все трудности, специалистам удалось восстановить часть записей и расшифровать некоторые из предсказаний. Эти новые сведения стали настоящим откровением и добавили много новых деталей к уже известным пророчествам Ванги. Некоторые из них касались ближайшего будущего России и мира, а другие были более общими и символическими. Новые предсказания Ванги вызвали большой интерес и оживленное обсуждение среди исследователей и широкой общественности. Они предоставили новые ключи к пониманию ее видений и помогли лучше понять ее наследие. Каждое новое предсказание добавляет к общей картине и помогает нам лучше ориентироваться в сложном мире пророчеств и символам Ванги. Ванга, благодаря своей репутации как ясновидящей, привлекала внимание не только простых людей, но и политиков высшего ранга. Одной из таких значительных встреч в ее жизни стало общение с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Это произошло во время его официального визита в Болгарию. По совету тогдашнего лидера Болгарии Тодора Живкова, Брежнев встретился с Вангой в надежде получить предсказания о будущем СССР. На встрече Ванга, используя свои уникальные способности, предсказала распад Советского Союза. Она говорила, что Союз развалится на части и что этот процесс будет болезненным и длительным. Это предсказание казалось невероятным, так как СССР был одной из мощнейших держав мира. Однако ее слова оказались пророческими. И спустя энное количество лет, в 91 году, СССР действительно прекратил свое существование. Ванга видела в своем предсказании не только распад страны, но и последующую трансформацию. Она говорила о том, что из обломков Советского Союза появятся новые независимые государства, каждое из которых пойдет своим путем. Эти слова нашли подтверждение уже в реальной политической карте постсоветского пространства. Кроме того, Борис Ельцин, который был первым президентом России, также не остался без внимания Ванги. Ее пророчества о его политической карьере и личной жизни были весьма точными и предостерегали его от некоторых опасностей. Ванга предсказывала, что Борис Ельцин станет президентом России, но его правление будет непростым. Она говорила, что ему предстоит столкнуться с множеством вызовов и трудностей.
Одним из ключевых моментов ее предсказания была его победа на выборах в 1996 году. Ванга утверждала, что Ельцин победит, несмотря на низкий рейтинг и сильную оппозицию. Ее предсказание сбылось. В 1996 году Борис Ельцин действительно выиграл выборы, хотя его позиции были весьма шаткими. Его победа стала возможной благодаря множеству факторов, включая поддержку влиятельных лиц и финансовые вливания. Ельцин остался на посту президента, хотя его здоровье и политическая ситуация в стране продолжали только ухудшаться. Одним из самых известных предсказаний Ванги о Ельцине было ее предупреждение о пагубных последствиях алкоголизма. Ванга говорила, что чрезмерное употребление алкоголя приведет к разрушению его здоровья и ослаблению лидерских качеств. Она настоятельно советовала ему бросить пить, чтобы сохранить свое здоровье и способность руководить страной. К сожалению, Ельцин не прислушался к этим предупреждениям. Его пристрастие к алкоголю стало причиной многих скандалов и ухудшения состояния здоровья. В конечном итоге это повлияло на его решение уйти в отставку в 1999 году, передав власть Владимиру Путину. Пророчества Ванги о советских и российских политиках имели значительное влияние на их решения и действия. Ее видения и предостережения часто воспринимались всерьез и учитывались при разработке политических стратегий и планов. Михаил Горбачев, последний генеральный секретарь ЦК КПСС и первый президент СССР, также был объектом предсказаний Ванги. Она говорила о его роли в изменении страны и в мире, упоминая о перестройке и гласности, которые привели к значительным изменениям в Советском Союзе и на международной арене. Ванга предсказывала, что его реформы приведут к распаду СССР, что в конечном итоге так и произошло. Многие политики обращались к Ванге за советом и предсказаниями, понимая, что ее видения могут помочь в принятии важных решений. Ее предсказания часто влияли на их поведение и стратегии, помогая избежать ошибок и подготовиться к будущим событиям. Ванга была не только пророком, но и советником, чьи слова имели вес и значение. Ее видения помогали людям лучше понять происходящее и подготовиться к будущему. Политики, которые прислушивались к ее словам, часто оказывались более подготовленными к испытаниям и трудностям. Последние годы своей жизни Ванга уделяла особое внимание будущему России. Ее пророчества о судьбе этой страны были наполнены глубоким символизмом и отражали ее веру в особую роль России на мировой арене. Она считала, что Россия обладает уникальной миссией и должна стать центром духовного и культурного возрождения мира. Ванга видела Россию как мощную державу, способную преодолеть все испытания и выйти из них еще сильнее. Она говорила, что Россия будет играть ключевую роль в глобальных изменениях и станет примером для других стран. Ее пророчества о России были наполнены оптимизмом и верой в светлое будущее. Одним из ключевых элементов предсказаний Ванги о России было ее видение глобальных изменений, которые произойдут в мире. Она говорила о больших потрясениях и переменах, которые затронут все страны и народы. Ванга верила, что эти изменения приведут к новому мировому порядку, в котором Россия сыграет центральную роль. Ванга предсказывала, что Россия станет центром духовного возрождения. Она видела в России страну, которая сохранит и приумножит духовные ценности, утраченные многими другими народами. Ванга говорила, что именно Россия сможет сохранить свою культуру и традиции, став примером для всего мира. Еще одно важное пророчество Ванги касалось международных отношений. Она предсказывала, что Россия станет лидером нового альянса, который объединит страны на основе духовных и культурных ценностей. Ванга видела в этом альянсе путь к миру и стабильности, который позволит преодолеть конфликты и недопонимания между народами. Ванга также предсказывала и значительные изменения в политической и экономической сферах. Она говорила о том, что Россия сможет восстановить свое влияние и стать одной из ведущих мировых держав. Ванга предсказывала, что Россия преодолеет экономические трудности и станет лидером в инновационных технологиях и науке.
Одним из ключевых предсказаний Ванги было возвращение России к своим традициям и духовным корням. Она говорила о том, что Россия вновь обретет свою силу, когда вернется к своим истокам и начнет ценить свои исторические и культурные достижения. Ванга видела в этом возвращении путь к национальному возрождению и процветанию. Ванга предсказывала, что Россия усилит свою национальную идентичность и станет примером для других стран. Она говорила о важности сохранения национальных традиций и культурного наследия, которые станут основой для будущего развития страны. Ванга верила, что Россия сможет сохранить свою уникальность и стать ведущей державой в новом мировом порядке. Несмотря на ухудшение физического состояния в последние годы жизни, Ванга продолжала принимать людей и делать предсказания. Она верила, что ее миссия еще не завершена, и стремилась помочь как можно большему количеству людей. Ее дом в болгарском городе Петрич стал местом паломничества для тысяч людей, которые искали ответы и утешения. Ванга всегда говорила о России с большой любовью и уважением. Она верила в силу и мудрость русского народа и видела в России оплот духовности и культурного наследия. Ванга часто повторяла, что будущее России будет светлым и успешным, если страна сможет сохранить свои традиции и духовные ценности. В последние годы жизни Ванга сделала несколько важных предсказаний о будущем России и мира. Она говорила о значительных изменениях, которые произойдут в ближайшие десятилетия, и предостерегала о возможных опасностях. Ванга верила, что Россия сможет преодолеть все трудности и стать лидером нового мирового порядка. После смерти Ванги ее наследие продолжает привлекать внимание исследователей и толкователей. Некоторые ее предсказания до сих пор остаются неразгаданными, что вызывает особый интерес. Эти неизвестные предсказания представляют собой важный источник информации о будущем мира и России, и их расшифровка требует особого внимания и глубокого анализа. Среди найденных записей Ванги есть предсказания, которые ранее не были обнародованы. Эти записи содержат важные сведения о будущем, которые могут пролить свет на глобальные изменения и события. Ванга часто использовала символизм и метафоры, что делал процесс расшифровки ее слов, к сожалению, сложным и многозначным. Ванга предсказывала глобальные изменения, которые затронут весь мир. Она говорила о природных катаклизмах, политических кризисах и социальных потрясениях, которые изменят лицо планеты. Ее предсказания о глобальных изменениях включали: Ванга предсказывала увеличение числа природных катаклизмов, такие как землетрясения, наводнения и ураганы. Она предупреждала, что человечество должно обратить внимание на проблемы окружающей среды и принять меры для их решения. Ванга говорила и о больших политических переменах, которые произойдут в разных частях мира. Она упоминала о падении старых режимов и проявлении новых лидеров, которые приведут к значительным изменениям в мировом порядке. Ванга предсказывала и рост социальных конфликтов и напряженности, которые могут привести к массовым протестам и революциям. Она предупреждала, что только сотрудничество и понимание между народами могут предотвратить большие беды. Предсказания Ванги о будущем России были особенно значимыми. Она видела Россию как страну, играющую ключевую роль в глобальных изменениях и становлении нового мирового порядка. Некоторые из ее предсказаний о России включают. Ванга говорила о возрождении духовных ценностей в России. Она верила, что Россия станет оплотом духовности и нравственности, показывая пример другим странам. Ванга предсказывала и улучшение экономической ситуации в России. Она говорила о том, что страна преодолеет текущие трудности и станет одним из мировых лидеров в области технологий и инноваций. Ванга видела Россию как важного игрока на международной арене. Она предсказывала, что Россия укрепит свои позиции и станет лидером нового мирового альянса, основанного на духовных и культурных ценностях. Одним из наиболее интригующих аспектов предсказаний Ванги являются ее прогнозы на 2035-2037 годы. Эти годы, по ее мнению, будут особенно значимыми и для мира, и для России.
Ванга предсказывала, что в 2035-2037 годах произойдут важные события, которые изменят ход истории. Она говорила о больших переменах, которые затронут все аспекты жизни человечества. Ванга предсказывала, что в этот период человечество совершит значительные технологические прорывы. Она говорила о новых открытиях в науке, технике, которые изменят нашу жизнь. И эти открытия включали в себя следующее. Ванга предсказывала разработку новых источников энергии, которые будут более экологически чистыми и эффективными. Она говорила о значительном прогрессе в медицине, который позволит излечивать многие ранее неизлечимые болезни и продлить жизнь людей. Ванга предсказывала, что человечество совершит важные шаги в освоении космоса, что приведет к новым открытиям и возможностям. Ванга также предсказывала значительные политические и социальные изменения в 2035-37 годах. Она говорила о падении старых режимов и появлении новых лидеров, которые приведут к следующему. Ванга верила, что в этот период мир начнет двигаться к более тесному сотрудничеству и взаимопониманию между странами. Она предсказывала, что многие социальные проблемы, такие как бедность и неравенство, будут решены благодаря совместным усилиям мирового сообщества. Ванга говорила и о росте экологического сознания и принятии мер по защите окружающей среды. Предсказания Ванги на 2025-2037 годы имеют большое значение для современного мира. Они напоминают нам о необходимости готовиться к будущим вызовам и использовать возможности для улучшения жизни на планете. Ее слова вдохновляют нас на действия и сотрудничество ради общего блага. Пророчества Ванги имеют глубокое значение и для России, и для всего мира. Ее видения охватывают широкий спектр событий, начиная от глобальных изменений в политике, экономике, до духовного возрождения и технологических прорывов. Ванга предсказывала, что Россия будет играть ключевую роль в этих процессах, становясь центром духовности и стабильности. И, как вы видите, действительно, Ванга предсказывала те моменты, которые сейчас действительно происходят, и то, что мы видим, происходит и в России, происходит на мировой арене. Все это приходит к тому, что мир меняется. И те, кто пытается говорить о том, что так не получится, все равно будет не так и так далее, к сожалению, это ваши мысли, и вы также имеете право говорить об этом. Это нормально, но вы должны понимать и то, иметь критическое мышление, мыслить, думать о том, что же в действительности происходит в мире. И вы видите, что сейчас происходит. Поэтому, как вы думаете, сбудутся ли предсказания Ванги, и как вы интерпретируете слова Ванги о глобальных изменениях и роли России в них? Обязательно поделитесь своими мыслями в комментариях ниже. Ваше участие в обсуждении поможет нам лучше вместе понять наследие Ванги и его значение для современного мира. Ванга оставила для нас богатое наследие пророчеств и предсказаний, которые продолжают волновать умы людей по всему миру. Ее видения о будущем России и мира остаются актуальными и значимыми, напоминая нам о важности веры, мудрости и духовного поиска. Мы надеемся, что этот анализ поможет вам лучше понять ее пророчества и использовать их для создания лучшего будущего. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео и быть в курсе самых интересных тем. До скорых встреч, берегите себя, будьте нам здоровы!